Вчера я начала очень серьезную работу по подготовке роз к продаже. 7 часов труда, плодотворного труда, и все мои розочки приняли товарный вид. Все подписаны. Здесь стоят плетушечки, 8 сортов плетистых роз. Здесь у меня стоят японские сорта роз. Тоже около 10. В общем, все подготовлено к продаже. Листочки убрала ненужные. Сейчас я их подкормлю. Смотрите, сразу начинают почки просыпаться. Все стволики зеленые. Убрала все стволики, которые были поражены. Листочки, которые были поражены уже со временем. Так что все готово. Сейчас пролью цирконом фертика для роз. Вот моя помощница, как всегда, со мной. Нюта, ты что делаешь? Передавай всем привет. Скажи, у меня все хорошо, полет нормальный. Живу, пью джюс. Да, меня 3 раза в день кормят. Сухим вкусным кормом. Да, сплю на лежаночке, на терраске. Мам с папой любят меня. Короче, у меня все хорошо, 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 все хорошо. В общем, еще под навесом стоит 150 штук роз кустовых. Это и чайные гибридные, и флорибунды, и почвопокровные, разные-разные сорта. Чухаешься, мешает, да, тебе завязки. В общем, как-то так. Всех жду за розами, они прекрасны, все сорта. Есть у меня в группе в телеграм-канале, так что приезжайте.